Лучшие бойцы планеты носят рыбок. Мы в период, когда мы дрались, когда мы встречались там на боях, на соревнованиях, там на любительских, мы всегда общались хорошо, там интересовались, как друг у друга дела, и после боя там всегда тоже, кто победил, там извинялся, то, что победил, да, вот, и поэтому я очень рад, что у нас такие именно отношения дружеские. На самом деле, в последнее время вот у меня какие-то бывают скандальные такие небольшие, да, они истории. И многие думают, что вот я как-то стал заниматься таким трэш-токингом, да, как сейчас модно говорить. На самом деле это абсолютно не так. Вот ситуация с Рамазаном, это, наверное, тому очень такой прямой пример. Вот. И хочу сказать, что для меня всегда было, будет и есть именно вот такое джентльменское отношение и уважение к сопернику, к публике и ко всему. Я считаю, что настоящий боец должен все показывать именно в бою, не за счет языка, а за счет кулаков. Вот. Это мое мнение. Да. Рамазан, скажи, почему ты выбрал именно центр функциональной подготовки «Армор»? Вы знаете, здесь есть все, что мне нужно, все, что необходимо, и есть хороший тренерский персонал. После того, как ты перевел в партер, как ты любишь действовать там именно? Вот в партере, у меня вот сейчас в последнее время появился очень такой любимый прием, называется анаконда. А. Вот, вот допустим, вот перевел, вот, зашел, вот здесь я люблю сбоку ее делать. Ага. Допустим, когда зашел, вот он когда встает, вот просто его выше. И лезть учишь. Ну, я ее делал, как раз этим приемом я Фалькао выбрал. При подготовке к серьезным стартам важна каждая мелочь. В фитнес-клубе «Премиум» боец UFC нашел все условия для занятий, от зоны для единоборств до просторного тренажерного зала. В этом зале преимущество, что он огромный реально. И все необходимое в одном, как бы в одном месте все собрано. Я в этот зал уже хожу, уже, можно сказать, второй год. Здесь все есть, все необходимое для того, чтобы подготовиться к бою. Здесь даже вот ковер, качковые вот принадлежности, даже парная, все есть. В уходе из зала даже вот кафе, все необходимое, все рядом. В принципе, прилег вот это то, что все здесь под рукой. И сам зал находится в центре города. Занятия по душе здесь найдут те, кто хочет укрепить свое здоровье и быть в прекрасной физической форме. Зал оснащен профессиональным оборудованием для эффективных тренировок. Опытные инструкторы найдут подход к каждому.